Сейчас начинается самое интересное. Любители жестокого рока, я вижу, все остались на своих местах. Long live rock'n'roll! Я слышу, слышу, все любят, 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 любят. Я бы тоже хотел сказать несколько слов о группе Доктор Фауст. Честно говоря, я сам старый рокер. И сколько лет я пел рок, столько, наверное, вам лет жизни, ребята. Начинали мы вместе с весьма известным Гришем Лепсом. Знаете такого, да? Когда-то в художественной самодеятельности все мы терзали струны и пели песни Deep Purple. Но что поделаешь, время прошло. Рок стал жестоким, резким. Он стал совсем никаким! Сочинской сцены! Доктор Фауст!